Всем привет! Сегодня мы поговорим про контекстную рекламу. Я расскажу, какие тенденции ждут нас в следующем году и что изменилось за этот. Как мы знаем, контекстная реклама – это особый вид рекламы, которая показывается пользователю в зависимости от его поисковых запросов, поведения и интересов. Контекстная реклама отличается от таргетированной рекламы тем, что мы таргетируемся исключительно по интересам и поисковым запросам, в то время как в таргетированной рекламе в социальных сетях, в частности, мы таргетируемся по тем данным, которые указал пользователь в своей анкете в социальных сетях. После утомительного мозгового штурма я с ужасом все осознал. Но если посмотреть всю хронологию развития контекстной рекламы, оно ушло очень далеко, по факту уже от обычного таргетинга на ключевые запросы. Сейчас появились новые виды таргетинга, и я расскажу, какие будут добавляться в следующем году. Представим себе население земного шара. И представим себе, сколько населения сейчас задает запросы в поиске в Google и в Яндекс, и в другие поисковые системы. И по этому графику вы можете увидеть, что доля поискового трафика растет с каждым годом. Это означает только одно – все больше и больше аудитории становится интернет-вовлеченной. Причина – это, во-первых, молодежь. Молодежь, которая рождается сейчас в наше время, по факту уже является пользователями сети. Вторая особенность, которую мы рассматривали в нашей статье про SEO-продвижение, заключается в том, что растет безумно доля мобильного трафика. И рост здесь действительно экспоненциальный. Если 9 лет назад по факту мы ничего не могли сказать про мобильный трафик, то сейчас цифры просто растут с угрожающими темпами. Статистику, которую проводят большинство сайтов, которые занимаются анализом рекламы, говорят, что доля рекламы в поисковой выдаче какое-то время занимала лидирующую позицию. Но сегодня поисковая система для привлечения аудитории использует так называемые карточки. Это подсказки, это отображение ответов в виде графического выполнения. Допустим, если вы спрашиваете сейчас погоду в Гугле, оно вам нарисует чуть ли не погоду на несколько дней в виде виджета и так далее. То есть, по факту рекламное место потихонечку уступает, но все равно реклама в поиске занимает лидирующие позиции. Если в целом абстрактно посмотреть, что происходит с рекламой, то я могу одно сказать. Реклама в поиске дорожает. Дорожает средняя стоимость клика за счет того, что рекламодателей становится больше, а аудитория растет более медленными темпами. Это приводит к тому, что стоимость клика становится все дороже, стоимость конверсии возрастает, количество рекламодателей уменьшается со временем. И, соответственно, новых рекламодателям заходить становится гораздо труднее. Как мы видим по этому графику, количество кликов в целом уменьшается. Если раньше в контексте клики можно было купить дешево, сейчас становится это все труднее и труднее. А некоторые клики просто достигают просто безумных цифр. Сейчас можно смело поставить себе елочку, нарядить ее и начать праздновать уже Новый год. Через месяц по факту все будут праздновать его в своих корпоративах, а кто-то уже и будет дома. Но мы сейчас поставим елочку и расскажем, что происходило в контекстной рекламе за 2018 год. Если вы что-то упустили из новостей, поставьте лайк и подпишитесь под это видео. А теперь самое интересное. Уходящий год запомнился как плюсами, так и минусами в контекстной рекламе. По факту я могу рассказать одну историю про моего клиента Владимира. Он обратился ко мне с тем, что попросил настроить контекстную рекламу. Мы с ним пообсудили дела, и затем мы с ним прекратили общаться. Он затем спустя время говорит: «Николай, я настроил контекстную рекламу, но с меня списались все деньги». «Как так?» Я говорю: «Я не настраивал рекламу». Мы заходим, действительно, в поиске компаний моих никаких настроено не было. Но 6 тысяч просто испарились. Все пропало. Оказалось, что в момент регистрации аккаунта пользователь ввел, первично создал компанию в AdWords Express. Что такое AdWords Express? Google решил сделать простейшее упрощение для рекламодателей. По факту вы можете зайти в AdWords Express, зарегистрировать свой бизнес, сделать первое объявление, выбрать интересы аудитории в качестве ключевых слов и пустить рекламу. Единственное, что но, он забыл сказать, где это можно смотреть, потому что в AdWords классическом AdWords Express интерфейса нет, он находится отдельно. По факту сейчас AdWords Express не пользуется большой популярностью по объективным причинам. У клиента списались деньги, никто ему возвращать их не хочет. Об этом также пожаловался и другой мой пользователь, который оставил комментарий под прошлым видео и рассказал, что у него по факту, когда он прикрутил зарплатную карточку к AdWords, списались все деньги. И техподдержка их не вернула, потому что если ты уже подвязал платежку, ты заключил пользовательское соглашение. В
Вторая новость, которая была, мы рассмотрим чуть дальше, заключалась в том, что клиент настроил контекстную рекламу, запустил ее, и потом мне говорит, что-то с ней не так. Я говорю, Артур, как это не так? Заходим и смотрим, что реклама, которая изначально таргетировалась не на мобильные приложения, начала там показываться. Как это произошло? Google без нашего ведома по факту написал, что с сентября месяца он теперь не сделает так, чтобы мы не могли рекламироваться на мобильных приложениях. И по факту реклама на мобилках теперь просачивается. И для того, чтобы ее заблокировать, нужно отказываться от показа на мобильных устройствах вовсе. Совпадение? Не думаю. Первое, на что бы я обратил внимание из хороших новостей, это то, что в Google произошло большое объединение сервисов. Множество сервисов соединились воедино. В частности, Google AdWords теперь сосредоточился на том, что называется Google Ads. То есть, что мы хотим сказать в этом ребрендинге? В первую очередь, что AdWords, ключевые слова, не являются приоритетными условиями таргетинга. Google уже намекает на то, что таргетинг на ключевые слова не является единственным методом контекстной рекламы. Это повлекло к изменению интерфейса. По факту интерфейс начал упрощаться. Кое-что мы уже видели в Facebook. И да, Google фактически забрал много чего из Facebook, много чего придумал сам, и новый интерфейс становится все проще и проще. Хотя большинство рекламодателей хватаются за голову и не понимают, что делать. Я в предыдущем видео рассказывал особенность старого интерфейса, в чем его отличие нового интерфейса и почему на новом интерфейсе все же лучше оставаться. Уходящий год в Google также запомнился тем, что в Google AdWords добавились новые объявления и новые расширения. По факту, мы можем сказать, что в Гугле добавляется все больше и больше возможностей для того, чтобы вы могли расписать свою рекламу более качественно. Это и привело к небольшому упрощению. По факту, АБ-тестинг уже исключен из нового интерфейса, и вы по факту создаете несколько объявлений, прописываете больше заголовков, больше описаний, и Google сам решает, какие из них показывать. Также вы прописываете несколько вариантов расширений, и Google решит, какое расширение работает лучше. Также Google порадовал новой отчетностью. Мне очень понравилась статистика аукционов. Теперь я могу спокойно Анатолию сказать: смотри, Анатолий, наша реклама работает классно, мы обгоняем наших конкурентов, посмотри наши позиции, наш процент показов, наших объявлений. Также, как я и говорил, изменения таргетинга коснулись и в YouTube. Теперь в YouTube можно настраивать не назойливую рекламу всех ваших видео. Вы можете настроить серию видео и показывать видео поочередно пользователю. Это упрощает эффективность вашей кампании и уменьшает количество создаваемых объявлений и тем самым увеличивает ее эффективность просмотров. Теперь можно скачать просто поисковые запросы, которые вводили пользователи, не заходя в веб-интерфейс. А мне приходилось постоянно заходить и делать это в вебе. Сейчас я могу это сделать непосредственно в AdWords Editor. К сожалению, в Direct Commander, про который я скажу, до сих пор этих функций нет. Следующая новость будет негативная. Я ее назову просто. AdSense Map for Mobile Apps.com не работает. Этот сайт использовался большинством контекстологов для того, чтобы отсечь показ рекламы непосредственно в мобильных приложениях. То есть, если вам не нужно показывать рекламу в каких-то играх, в каких-то бесплатных приложениях, где без просмотра рекламы невозможен дополнительный функционал, то если вам не нужно показывать, вы просто вводили AdSense for Mobile Apps как минус-площадку, добавляли ее и получали эффективную рекламу в контекстной медийной сети на мобильных устройствах. Но сейчас Google мне прямым текстом сказал: «Эй, парень, я хочу больше денег. Если ты таргетируешься на мобильные устройства, то, пожалуйста, заплати, показывайся на них. А если тебе не нравятся какие-то мобильные приложения, заминусуй их вручную». Гениально. Да, конечно, с диалогом техподдержки я нашел способ. Можно просто заминусовать все категории мобильных приложений вручную. Это более 140 категорий мобильных приложений в App Store и Google Play. Вы можете это заминусовать. Но эффективность работы компании все равно под вопросом, потому что все равно вылазят приложения с некоторых утилит, например, как Windows Mobile. Иногда некоторые приложения не категоризированные все равно просачиваются. Самое забавное, мне сказал Google, если вы хотите избавиться от показа приложений на мобильных устройствах, просто отключите таргетинг на мобильные устройства. Раньше Google знал о нас такие события, как свадьбу, смену места жительства и окончание учебы. Сейчас Google научился распознавать более новые события. Он это делает исключительно по поведенческим факторам. В первую очередь Google научился распознавать, когда вы купили новое жилье, также когда вы решили его отремонтировать. Также он знает, когда вы завели себе питомца. Также Google теперь научился распознавать, когда вы вышли на пенсию. И также он научился распознавать, когда вас уволили, либо вы сменили место работы. И с недавних пор Google научился распознавать, когда вы открыли собственный бизнес. И здесь открываются огромные возможности для таргетинга, о которых мы поговорим чуть позже.
Но давайте остановимся. Что я все про Google? Давайте поговорим про Яндекс.Директ. Директ, как меня поправили в комментариях. С одной стороны, Яндекс.Директ выступает всегда в роли догоняющего. Многие функции он забирает у Гугла с небольшой задержкой, иногда с очень большой, а некоторые полезные до сих пор себе еще не внедрил. Но некоторые функции он внедряет очень новаторски, очень необычно, и некоторые являются уникальными, а некоторые вызывают вопросы. Доверие лучше вопроса. Первое, чтобы я порадовался на месте всех рекламодателей, это то, что такие функции, как Яндекс.Баян и многие фишки с Яндекс.Дисплея переехали в обычный Яндекс.Директ. Теперь, по факту, зайдя в Яндекс.Директ, вы можете настроить любые виды рекламы из вышеперечисленных. Вы можете настраивать новый формат смарт-баннера, вы можете показываться баннером на поиске, вы можете настраивать динамическую поисковую кампанию, которая уже, скорее всего, вышла из беты и позволяет настраивать кампании для больших интернет-магазинов с минимальной стоимостью клика. И многие другие. С другой стороны, рекламодателю никто не объяснил, а какой из видов таргетинга эффективней. Яндекс.Директ, конечно, создал учебники, которые рассказывают, какой вид рекламы кому лучше подойдет, но рекламодатели, которые чаще всего меня спрашивают, говорят, настройте мне все виды рекламы, и мне приходится их отговаривать, говорить, какой сработает, а какой нет. Также Яндекс.Директ порадовал тем, что он внедрил в этом году второй заголовок. Может быть и раньше, но до клиентов дошло, что второй заголовок появился в 2018 году. Сейчас этим уже никого не удивить, но вот появление видеообъявлений в РСЯ, это было для меня в новинку. Что это такое? Яндекс.Директ смотрит за успехами Гугла в YouTube-таргетинге и в таргетинге на видео у Фейсбука и не хочет упускать новые виды таргетинга. Почему? Потому что клиентам нужны клики, клиентов становится больше, стоимость клика растет. Значит, нужно захватывать новые площадки. Для этого Яндекс сделал автоматизированное создание видеоролика, либо возможность загрузки своего ролика непосредственно в Яндекс.Директ. Вы можете показывать рекламу в виде видеоролика, который вы загрузили, либо тот, который создастся из вашего RSS-объявления непосредственно в видеоконтенте. Также в роли догоняющего Яндекс.Директ вводит новый интерфейс. Про него я не могу ничего сказать такого хорошего, как про интерфейс Google AdWords, но кое-что в нем сделано неплохо. Он довольно быстрый, он очень быстро грузится, в отличие от старого интерфейса, и в нем можно быстро посмотреть статистику. Но на этом все плюсы заканчиваются. Все равно наибольшее удобство сосредоточено до сих пор еще в старом интерфейсе. И еще наибольшую путаницу привносит Direct Commander. Это приложение по факту существует всего в двух версиях. Первая версия, которая была придумана еще давным-давно, представляла собой единственно удобный сервис по заливке и редактированию массовых кампаний. В то время как в браузере это дело было довольно сложно. Сложно! Непонятно! В Direct Commander вы можете делать множество действий. Переминусовку, регулировать ставки, пересмотреть ключи, изменить типы соответствия. Все это делать массово, перевыгружать вашу компанию. И это все сделано было на Adobe Air. Ужас! Adobe Air нужно было обновлять и одновременно обновлять Direct Commander. Иногда при обновлении Direct Commander он мог заглючить, его приходилось сносить под корень вместе с папкой и переустанавливать заново. Что они сделали? Они выпустили новую бета-версию приложения, которая напоминает AdWords Editor. Но, к сожалению, в нем функционал до сих пор еще уступает. Многие вещи в нем сделать, даже в отличие от старого Direct Commander, нельзя. То есть, по факту, функционал еще даже не переехал. И особенностью Direct Commander заключается в том, что в нем нельзя до сих пор редактировать креативы, которые вы создали. Креативы – это что-то вроде адаптивных объявлений AdWords, которые при этом можно редактировать спокойно в интерфейсе AdWords Editor, но в Direct Commander что в новом, что в старом, этого сделать нельзя. Вы даже UTM-метку не можете поменять. Еще необычной новостью в Яндекс.Директе в этом году оказалась отказ от спецразмещения. Да, раньше можно было классно настроить рекламу, указать себе четвертое спецразмещение, добавить корректировочку ставок, там 30%, там 20-50% кто делал, для того, чтобы быть четко на третьем месте, и получать дешево клики. Иногда доходило до такого абсурда, что гарантия могла стоить дороже, чем четвертое спецразмещение. Что такое гарантия? Гарантия – это когда вы показываетесь под 10-й строчкой поисковой выдачи. То есть вы показываетесь на первой странице, но в гарантированном блоке. Гарантированный блок находился внизу 4 места. Спецразмещение – это был верхний блок, где находилось большинство рекламодателей. Ради него ставились бешеные ставки. И ради этого блока спецразмещения постоянно велась война. Но все рекламодатели активно понимали, что первое спецразмещение может быть безумно дорогим, в то время как четвертое стоило копейки.
Что произошло? Яндекс полностью отказался от этого метода ротации объявлений и ввел так называемый процент показа объявления. Что такое процент показа? Это процент, что вы будете показаны в первой области экрана. Вы выбираете ставку, и в зависимости от ставки рассчитывается ваш процент показа. Система предлагает несколько вариантов. 100% показа, 67% показа и, если не ошибаюсь, 5% показа. Примерно соответствует старой гарантии, старому спецразмещению и топу. По факту мы рекомендуем смотреть на цифру 67. Это примерно те самые старые значения. Но это не значит, что вы будете всегда на четвертом месте. Вы можете ротироваться как в верхних местах, в нижних местах. Теперь Яндекс ротирует все объявления по алгоритму. Ну и Яндекс порадовал тем, что создал новый интерфейс Яндекс Аудитории. Раньше мы делали ремаркетинг исключительно через Яндекс Метрику, создавали сегмент и добавляли его как условие таргетинг. То сейчас можно настраивать таргетинг разными методами. Можно создать аудиторию, которую вы соберете из ваших e-mail, из пользователей мобильного приложения, из идентификаторов Яндекс.Баннера. Да, вы можете на баннер поставить код пикселя и отслеживать тех, кто ваш пиксель видел, либо с ним взаимодействовал. То есть таргетинга становится гораздо больше. Вы можете импортировать данные с ваших CRM-систем, подключить напрямую и собирать аудиторию ремаркетинга. Также можно собирать платную аудиторию. Он тоже продает аудитории, которые можно делать условия таргетинга. И что самое необычное, про это я не упомянул в статье, но я упомяну обязательно в этом ролике, Яндекс.Директ вводит автотаргетинг. Что-то похожее было в Google AdWords и сейчас становится в Яндексе. Если по факту вы не можете собрать ключевые слова, у вас страница заточена под нужные ключевые слова, вы сделали грамотное SEO-продвижение, вы можете включить просто автотаргетинг, и Яндекс определит наиболее релевантную семантику для вашей страницы. Зачем это нужно? Иногда вам просто это лень делать, иногда вы считаете, что Яндекс сделает это лучше, чем это сделаете вы, и, как оказывается, в большинстве случаев это правда. Ваша задача просто хорошо продумать минус-базу, по которой вам нужно отсекать ненужные запросы. Чем нас порадует, в частности, рынок Google AdWords и Яндекс.Директ в следующем году? Икра черная, красная, да, заморская. В первую очередь, на что бы я обратил внимание, это упрощение и автоматизация таргетинга. По факту, что Google, что Яндекс вводят многие изменения в интерфейсы таргетинга, добавляя новые условия таргетинга с одной единственной целью. Он старается избавиться от сложностей. Те сложности, которые позволяли манипулировать результатами. Когда создавалось огромное количество групп объявлений под каждое ключевое слово и генерировались просто объявления как машина. Яндекс еще в прошлом году сказал, что это неприемлемо. И Google в позапрошлом сказал, что этот результат им компании не подходит. Сейчас идет все по пути автоматизации. Автоматизацию таргетинга проводит также и Google в своих собственных алгоритмах. Именно за счет того, что производится исследование поведения, семантики, синонимы этой семантики, происходит разное ротирование всех объявлений. В частности, сотрудник Бен Вуд из Google Ads подтвердил эти слова. Он сказал, что сейчас мы обучаем искусственный интеллект, чтобы он лучше ротировал все объявления и выдавал наиболее релевантные результаты. Эту же тенденцию подтвердил и Леонид Савков в 2018 году в апреле на конференции. Он сказал, что Яндекс тоже уделяет огромное внимание алгоритмам автоматического таргетинга и будет делать это и в будущем. А Илья Черепахин из Acronym вообще сказал, что эра так называемых автоматических бидеров уходит в прошлое. Google и Яндекс создали отличные инструменты по автоматизации ставок, которые обходят все эти бидеры на голову. Понятно, с какой целью это делается. Что Google, что Яндекс, нужно больше аудитории. А кто сейчас аудитория Яндекс.Директ и Google AdWords? Это контекстологи, агентство контекстологов и крупные компании, которые наняли себе контекстологов. А как быть с малым бизнесом? Именно это большинство аудитории и нужно заинтересовать Google и Яндексу. Им нужно сделать свою систему понятнее, чтобы рекламодатель просто пришел, настроил кампанию и получал продажи. По факту здесь идет конфликт двух интересов. Google хочет заработать и одновременно хочет дать заработать, чтобы рекламодатель потратил меньше денег. Чтобы рекламодатель легко зашел, потратил мало денег и получил своего клиента. Именно с этой целью производится упрощение интерфейсов, автоматизации таргетингов, упрощение отчетности. Именно это мы ожидаем в 2019 году в настройках таргетинга. Молодец! Поэтому еще одной особенностью является расширение условий показа рекламы.
Google и Яндекс столкнулись с тем, что многим видам бизнеса сложно конкурировать на рынке. Рекламодателей стало огромное количество, и за счет этого ценность ставок, ценность кликов возросла в разы. Некоторые клики могут стоить до $100. А, например, в Америке клики по такой системе вида бизнеса, как поиск вакансий, могут доходить до 10-20 баксов, а стоимость одного лида до 100 баксов. Это все очень сильно усложняет малому бизнесу вход на рынок рекламы. По факту они не знают, какое ключевое слово сколько стоит. И они не знают, как правильно настроить рекламу. Они начинают экспериментировать, сливают деньги и уходят. Поэтому следующим трендом, который мы ожидаем в 2019 году, это простота настройки таргетинга. В частности, это, скорее всего, отмена ключевых слов в пользу аудитории. Я говорю «скорее всего», потому что с моими словами не согласны некоторые сотрудники Microsoft, которые считают, что непосредственно ключевые слова будут более в тренде и будут сочетаться вместе с аудиторией. Но другие считают вполне себе нормальным, что ключевые слова будут отмирать, а их будут место заменять аудитории, в частности, в малом бизнесе. В частности, себя отлично рекомендовал Facebook. У него есть огромные способы подбора таргетинга по поведению, по должности, по интересам. В частности, можно настроить таргетинг чуть ли не на директоров магазинов для животных. Тогда как Кристи Олсен и Брук Отмунсен считают, что ключевые слова, скорее всего, уйдут в прошлое, но не в этом году. В следующем году, возможно, что-то и изменится, но ключевые слова будут соседствовать с аудиториями, но будут скорее использоваться не в точных соответствиях, а в более широких. Помимо условий таргетинга, также следует сказать, что, скорее всего, будет расширяться метод показа рекламы. В частности, для интернет-магазинов малого бизнеса, локальных интернет-магазинов, Google уже тестирует локальную мобильную выдачу Google Shopping, которая позволяет показывать рекламу непосредственно для той аудитории, которая живет рядышком. Но похожий же интерфейс сейчас тестирует в себе Facebook, Pinterest и Bing Ads. Именно локальный шопинг считается трендом 2019 года, когда реклама будет показываться четко по наличию по наиболее близкому магазину по геовыдаче. Мобильные устройства в этом плане идеальны, потому что геолокация в них работает безупречно. Google и не забывает про другие устройства. В частности, сейчас уже проводится тестирование показа рекламы в YouTube на телевизорах. Да, цифровое TV по факту становится популярным. И просмотр YouTube на телевизорах тоже. В частности, за рубежом это делается более активно. Благо, есть платные подписки, просмотры фильмов за копейки, которые продает тот же самый YouTube. И YouTube становится очень популярен. И на телевизорах тоже. Это здорово! И совсем недавно мы узнали, что Google будет тестировать такой вид рекламы, как адаптивный показ рекламы в поиске. То есть адаптивный баннер, который показывается в поисковой выдаче. Скорее всего на десктопе, но возможно и будет и на мобильной. Как это будет выглядеть на мобильной, я, конечно, не знаю, но почему бы и нет. На десктопе мы точно можем уже предположить, что это будет трендом 2019 года. Клиенты будут просить настроить этот вид рекламы тоже. Как следствие, мы ожидаем, скорее всего, снижения роли контекстолога в настройке контекстной рекламы. По факту, уже не нужно будет сидеть, собирать ключевые слова пачками, думать, как их кластеризовать, какие типы соответствия использовать. Скорее всего, в 2019 году Google будет упрощать и упрощать, и роль контекстолога будет все больше снижаться. И ему будет просто нечем заняться. И рынок контекстологов заполнится тем, что он будет снижаться ценник, потому что их услуги будут менее востребованы. В частности, Кирк Вильямс из компании Zata считает, что автоматические сервисы по регулированию ставок, так называемые бидеры, уже исчезнут в 2019 году как сервис, а также ожидаемо уйдет на покой АБ-тестирование. Сейчас уже его никто не проводит. А в 2019 году, скорее всего, по мнению того же Кирка Уильямса, введение рекламных кампаний будет сильно переоценено. По факту мы ожидаем, что будет проводиться больше анализ объявлений и методов показа. То есть, скорее всего, от контекстологов будет требоваться больше аналитический склад ума, чем просто умение собирать кампании. Следующим трендом 2019 года, скорее всего, будет атрибуция и межканальный таргетинг. То есть, что это такое? Огромное количество настроек таргетинга в контекстной рекламе, скорее всего, приведет к тому, что будут настраиваться многоканальные рекламы. В частности, я на свой сайт настраиваю рекламу через YouTube-канал, на который гоню трафик по дешевке из Facebook. Как это выглядит? Пользователь
который заходит на Facebook, видит нашу рекламу. Он видит наше объявление, в котором я рассказываю про классный видеоролик, который запостил на своем YouTube-канале. И он интересуется темой и переходит на ролик, смотрит ролик. Просмотрев ролик, он видит, как ссылки в описании, он видит ссылки в комментариях, он смотрит контент, переходит на сайт. Присмотрев весь сайт, он, возможно, уйдет, но затем его может догнать снова реклама, он снова вернется на сайт и напишет нам. Для удобства Яндекс уже внедрил такой функционал, как посетители. Можно зайти и посмотреть тех самых посетителей, какой путь они проделали для того, чтобы стать вашими клиентами. Google AdWords уже давным-давно образом таким реализован функционал через Google Аналитику. В Google Аналитике можно посмотреть ассоциированные конверсии, которые показывают весь путь пользователя до конверсии и позволяют сделать статистику, какой тип пользователя достигает конверсии за какие деньги. Поэтому трендами 2019 года, скорее всего, будет более прозрачная отчетность, когда вы сможете с легкостью клиенту сказать, какие цепочки рекламы работают, какие эффективны, а какие сливают деньги впустую. И именно за счет того, что Google будет работать над наглядностью отчетности, это я и ожидаю в 2019 году, чтобы не приходилось на пальцах рисовать, какой вид рекламы как работает. И это, скорее всего, отменит полезность ряда сервисов сквозной аналитики, которые на этом сейчас зарабатывают. Итак, подведем итоги уходящего года и что нас ждет в следующем. Если же в SEO продвижении можно сказать, что стратегией продвижения будет являться выход на контент-маркетинг и mobile-first выдачу, то есть в частности пользователи уходят в мобилку, уходят в контент информационный, в блоги и другие виды привлечения SEO-трафика, в частности как голосовой поиск, адаптация на быструю скорость загрузки, то в мобильной рекламе все ушло гораздо глубже. Мобильная реклама просочилась в AdWords и в Direct уже давно, и уже там начинается безумная конкуренция. И именно следующими трендами будет, скорее всего, выход на новые площадки показа рекламы, упрощение и автоматизацию с целью привлечения новых рекламодателей на собственные системы и отказ от тех сервисов, которые позволяли уменьшать стоимость клика и завышали конкуренцию по определенным ключевым словам. Также есть определенная тенденция, что контекстологи будут менее востребованной профессией. Не унывайте, пацаны. И ознакомиться с нашими топ-5 советами, которые следует выучить контекстологу в 2019 году, чтобы не остаться без работы. В первую очередь, уже не будет важно, как ты умеешь собирать ключевые слова. В следующем году будет важно, какие виды таргетинга ты знаешь и как умеешь их комбинировать. Также контекстологу в следующем году будет важно знать не только, как размещать свою рекламу. Нужно знать, какие площадки для этого будут более эффективны, как будет выглядеть твое объявление, как сделать так, чтобы объявления кликали и переходили и покупали. Будет уделено внимание не оптимизации объявления под ключевые слова, а под его рентабельность и возврат инвестиций. Нужно будет сделать так, чтобы пользователь, который видел твою рекламу, переходил и покупал, а не просто переходил и сливал деньги рекламодателя. Советом номер 3 будет, скорее всего, комбинирование методов привлечения трафика. Используйте разные методы ремаркетинга для того, чтобы вернуть пользователя на ваш сайт снова. Если он не успел заказать и ушел, возвращайте его. Но если он уже заказал, порегистрировался на вашем сайте, не показывайте ему рекламу вообще некоторое время. И никогда не думайте, что вы все знаете. Совет номер 4 будет: следите за обновлениями Google AdWords и Яндекс.Директ, чтобы не оказаться в глупом положении, когда Яндекс или Google введет какую-то инновацию, а вы о ней знать не будете, а о ней узнает ваш начальник. Ну и советом номер 5, скорее всего, будет то, что нужно читать раздел помощи и раздел обучения Яндекс.Директ и Google AdWords. Блоги я рекомендую читать в следующую очередь по одной простой причине. В отличие от SEO-продвижения, Google AdWords и Яндекс.Директ сообщают все на своих ресурсах. В своем официальном твиттере, на своем официальном блоге и на своем официальном сайте по обучению специалистов. Сейчас, по факту, вся информация открытая, в отличие от SEO, где приходится обо всем догадываться. Поэтому что я могу сказать в этом уходящем году? Не забывайте, конечно же, подписываться на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы следить за следующими видео, которые я буду публиковать, ставьте лайки,
Пишите все свои вопросы в комментариях. Также попробуйте поделиться какими-то любыми новыми тенденциями, которые вы видите будут важными. Я в следующем ролике обязательно про них расскажу. И хороших вам продаж! Отличается контекстная реклама от таргетированной рекламы только тем... Контекстная реклама отличается от таргетированной... Очень плохо. Уходящий год... У него есть огромный метод... Плохо. Скорее всего, по методу того же... Плохо.